А теперь вернемся в зал суда. Истец Ирина Иванова подает иск о разделе совместно нажитого в браке имущества. Ответчик Михаил Иванов иск не признает и с предложенным вариантом раздела имущества не согласен. Ваша честь, я требую, прошу разделить совместно наше имущество с мужем. Мы прожили с ним в браке 25 лет. 3 месяца назад мы с ним развелись. Вот документ о расторжении брака. И у нас в собственности 3-комнатная квартира, жилой площадью 39 квадратных метров. Дети у нас взрослые, они живут уже самостоятельно, у них отдельное собственное жилье. И дело в том, нашу квартиру размять очень сложно, поэтому мы вынуждены с Михаилом жить вместе. В принципе, все нормально. У меня, я живу в большой комнате 17 квадратных метров, а у него 2 остальные, 13,9. В общем-то, все нормально, но дело в том, что он не разрешает мне пользоваться теми вещами, которые находятся в его комнате. Более того, совсем недавно он привел себе новую особу, вставил замки в дверь и вообще не пускает меня комнаты, а мне просто очень необходимы те вещи. Я хотела бы, чтобы у меня было нормальное зеркало. Я прошу дать мне журнальный столик, 2 кресла и плазменный телевизор, домашний театр с плазменным телевизором. Плюс да. Те самые постельные принадлежности элементарно даже не дают, которые, кстати, я покупала сама лично, и уж вовсе не для того, чтобы вот ты со своей этой особой... Ну, а что мне не подождите, спать? Подождите. А что мы тогда ответчику оставляем? Вы же просите разделить имущество. Да. Пока вы сказали, что хотите вы. Но раздел предполагает, что делится между вами. Да, я вами. Поняла. Ваша честь, я вот тут написала полный список имущества, который мы вот наш совместный, и все полностью поделила. Кстати, у меня есть все чеки, все паспорта. Хорошо, да, на передайте, технику. Пожалуйста. И тут сумма абсолютно полностью. На 55 400 у меня и на 55 000 у него. Вы примерно вышли да, на примерно эквивалентное равенство, все если я правильно да. понимаю, да? Значит, что остается вам, ответчик? Музыкальный центр... 4000 рублей, старый диван в 5000 рублей оценка, письменный стол 5000, покрывало 1000, тумбочка 2 штуки 4, стенка 18000, гардероб 12, кровать 5, шторы 1000, итого 55. Вот у меня в одной комнате стоит домашний кинотеатр, так? Значит, там стоит журнальный столик, 2 кресла и диван. Если я это отдам, на чем я буду лежать, то и спать, забирай на чем я буду старый сидеть? Диван, пружина, а во второй... который между ребра впивается. Почему ты не зачем хочешь? Зачем мне нужен старый правильно, диван? Правильно, зачем он тебе нужен? Я нет, должна подождите, спать на этом. Подождите, у вас еще есть кровать. Правильно, во второй комнате, там коморка маленькая, небольшая, там кровать, только 2 тумбочки, гардероб. Я согласен, надо и постельное белье, пускай она чертова забирает. Я не против, пускай забирает плед, ковер хоть завернется. Так, ваше предложение, пожалуйста. Ну как вот то, что она требует постельное белье, там ну, ковры, мелочи, пледы, спасибо, все да. эти из мебели, плеча. Пожалуйста, отдам или гардероб, или стенку, пускай она забирает. Но она что меня-то одна. Ваша честь, дело в том, что вот именно такая зависть у нее, что я устроил свою личную нет, жизнь. Да подождите, и она максимально ее хочет сделать плохой. Ответчик. Да. Я должна разделить по предметный перечень представленной имущества. Исходя из примерного равенства долей между вами. Они должны быть примерно равны по цене. Вот вы мне и выходите на ваше предложение по предметному разделу. Для того, чтобы выйти примерно на стоимость в 55 тысяч рублей. Я вас слушаю. Ну, пускай она заберет стенку. Там или гардероб. Там это примерно... Там нет, ну не надо мне... Понимаете, мы же с вами не на рынке или-или. Конкретно. Ну, что хочет, что... Да не, что, а что хочет, что уже... Пускай заберет гардероб. Допустим, пускай заберет стенку. Пускай заберет постельные принадлежности. Пускай да заберет... Да подождите минуточку. Ну, вы спросили, значит, вы... Да нет, я понимаю. Стенка стоит 18 тысяч рублей. Еще что вы предлагаете? Пускай заберет постельные принадлежности. Ковер. 19 400. Еще что? Ковер. Это 29 плед, 400. Шторы. 29 400, 31, подождите, естественно, 31 400, еще что? Шторы? Да, сколько там? 33 400 я вышла. Ну, гардероб тоже пускай забирает. Гардероб у меня есть, тоже. Если стенка и гардероб, зачем мне? Стенка, ну, стенка там это, там мебель, посуда, стенка. Нет, ну вы тоже согласитесь, в одну комнату и гардероб, и стенку, зачем?
Ну, там надо посмотреть уже. Ваша честь, извините, я вот просто вмешаюсь. Его больше всего на самом деле жаба душит по поводу плазменного телевизора. Истец, пожалуйста, выбирайте выражение. Извините. Ну, вот как-то... Больше всего ему жалко именно плазменный телевизор. Я так понимаю, кинотеатр с плазменным телевизором. Ну, наверное, мне сложно сказать. Он готов мне дать милость. Шторы, покрывало, правильно. Но она требует их, я отдам. Которые поновее, Миш, которые поновее. Ответчик, ну давайте какой-то принцип разумности. Вы говорите, пусть... Моя бывшая жена заберет шторы. Ну, у вашей бывшей жены в комнате, в которой она проживает, уже висят шторы. Понимаете, вы предлагаете за 1000 рублей еще вторые туда. Они ей не нужны. Ведь суд должен по предметный раздел имущества производить не только исходя из примерного соотношения в стоимости, но и еще из потребности каждого из супругов в этих предметах. Вы говорите, стенка и гардероб. Ну, куда в эту комнату нужно стенку поставить, еще гардероб и второй комплект штор повесить? Ну зачем? И покрывало, и плед. И туда и покрывало, и плед. А у вас будет кровать и новый диван. А у истицы старый диван. Ну тут, видите, ваша честь, вся эта мебель в свое время стояла там, где она стоит. Ну, понимаете? Понятно. У вас других предложений нет? Да. Так, суд удаляется от принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, иск о разделе супружеского имущества удовлетворяет и производит раздел совместно нажитого имущества. Суд передает собственность истцу следующие предметы домашней обстановки и обихода. Домашний кинотеатр с плазменной панелью, постельное белье 5 наборов, плед, ковер, новый диван, 2 кресла, журнальный стол, зеркало. В эквивалентной стоимости 55 400 рублей. А суд передает ответчику музыкальный центр, старый диван, письменный стол, покрывало, тумбочки 2 штуки, стенку, гардероб, кровать, шторы. И в эквивалентной стоимости 55 000 рублей. А суд производит раздел спорного имущества между супругами, поскольку данное имущество было приобретено в период брака и является их совместной супружеской собственностью, то, что ответчик в данном судебном заседании не отрицал. В соответствии с правилами части 3 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации, суд попредметно определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. Попредметный раздел имущества произведен судом, исходя из равенства долей и с учетом стоимости и оценки этого имущества, поскольку между супругами не был заключен брачный договор, который предусматривал иной порядок раздела имущества. При попредметном разделе имущества суд также учел степень нуждаемости каждого из супругов в указанных спорных вещах. В данной ситуации, ответчик, ваша ошибка состояла в том, что, во-первых, вы могли возражать против стоимостной оценки каждого из предметов. Правильно? Потому что истец предоставил чеки и как бы вышла на определенную стоимость с учетом тех средств, которые... Но я этого не знал. С учетом тех средств, которые были потрачены для приобретения этих предметов. Вы могли, так сказать, в этой ситуации оспаривать эту стоимость, утверждая о том, что данные предметы имеют определенную степень износа, и, следовательно, они уже не могут стоить столько, то есть они не могут стоить тех денег, за сколько они раньше были приобретены. Это ваше право, вы им не воспользовались. Кроме того, вы не смогли привести ни одного аргумента, который бы мне позволил суду ориентироваться, что именно эти вещи, они вам необходимы в силу каких-то причин. Вы не представили суду свое письменное предложение со своей стоимостной оценкой о том, какие предметы, в каких вы нуждаетесь и в каких нуждается супруга. Потому что попредметный раздел – это всегда равенство долей и потребность каждого из супругов в этих предметах. То есть, если у нас, например, есть спорный компьютер, а один из супругов бывших, у него работа связана с использованием компьютера, правильно? Суд будет исходить из того, что у него большая потребность в использовании этого компьютера. Ну, я условно очень говорю. Кроме того, суд хотел бы разъяснить как истцу, так и ответчику, что вселение вами в качестве проживающего постороннего человека
данная ситуация не может происходить без письменного согласия истцы. В соответствии с правилами статьи 2, части 2, простите, статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в настоящее время у вас квартира находится в общей долевой собственности, у вас не произошел раздел квартиры как совместно нажитого имущества, и, следовательно, доли не были выделены, а право владения, простите, право распоряжения собственности, которое является общедолевой собственностью, происходит только согласие всех сособственников. Поэтому в данной ситуации без письменного согласия истцы вы никого вселять и предоставлять право пользования этой квартире не можете. Точно так же, как и истец не сможет без вашего согласия предоставить право пользования и проживания кому-либо в этой квартире. Понял. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада такому решению. Я получила все, что хотела. Более того, я теперь сделала так, чтобы в этой крали вообще там ноги больше не было. В данной ситуации меня уже не волнует судьба вещей, а волнует то, что я не могу проживать со своей любимой женщиной без разрешения моей бывшей супруги. Поэтому я срочно буду заниматься разменом квартиры.